В школе номер 7 прошло собрание жильцов 9 многоквартирных домов в северо-западной части города Бавлы. На собрание пришли всего несколько человек. С кратким отчетом о проделанной работе за 2016 год выступил директор управляющей компании «Уютный дом» Руслан Хабибуллин. Представитель бавлинского участка «Таттелекома» Игорь Шафранский рассказал об установке системы видеонаблюдения. Оплата затрат, по всем нашим расчетам, составит 39 рублей в месяц с одной квартиры со сроком на 5 лет. Какие-то спорные установку видеокамер видеонаблюдения на всех жилых домах с целью охватить полностью всю территорию наших дворов. То есть все выезды, заезды во дворы, также детские площадки, стоянки автотранспорта, ну и вообще, где ваши дети гуляют, массовое скопление людей и так дальше. То есть, естественно, что вы все вот молодые люди, все знаете, что такое видеонаблюдение. За свой счет это все установить, это просто очень будет дорого. Все затраты берет на себя Таттелеком. Ваша задача при вашем согласии это с квартиры 39 рублей за обслуживание вот этих видеокамер. Ну, в общем-то, вкратце я вам так все охарактеризовал. Хочу сказать, что мы это все сделали уже в 27 микрорайоне, установили 41 видеокамеру по всему микрорайону. У вас на Зиновьева примерно, сейчас точно не помню, это 25-26 камер видеонаблюдения будет установлено. Среди жителей возражающих не было. Итак, по улице Зиновьева скоро будет установлено 26 камер видеонаблюдения. На собрании у жителей была возможность рассказать о своих наболевших вопросах. Газон вот где там недоделанный, сразу недоделали. Там около газона, в общем, у подъезда прям, там около от дома зацементировано и тут зацементировано. А тут вот это земля и там подвал, дырка. Там всего 2 ведра надо цемента. Я ничего не могу добиться. Сколько хожу, бесполезно. Там пару ведер всего заделать и все. Вот сейчас весна, потечет, все, конечно, подвал. Эти дома все на гарантии. Мы это знаем, но подрядчиков мы некоторых находим, некоторые не выполняют свои гарантийные обязательства. Ну, строился 15-й дом, 16-й дом. Можно было пару ведер цемента взять? Ну, это мы посмотрим летом, это мы запротоколируем. Это мы посмотрим. Я же не могу идти с ведром тащить. Нет, мы не говорим то, что это вы должны. Это должны быть. Также были затронуты вопросы работы канализации, ремонта подъездов, лестничных площадок и домофонов, строительство детских площадок. Индира Сайфуллина, Айдар Гарафутдинов, БРТ.